Всем привет, вы на канале Angler BX, и сегодня я вам дам несколько своих советов, как побеждать за невинного, за шерифа и за убийцу в Murder Mystery 2, а также как одерживать победу над кемперами, спамджамперами и тиммерами. Хочешь бегать с хорошим инвентарем в Murder Mystery 2, но не знаешь, где купить пистолеты и ножи? Тогда тебе на MM2 Market. Это лучший сайт для покупки ножей и пушек в Murder Mystery 2. Скорее переходи по ссылке в комментариях и покупай то, о чем так долго мечтал. А также в их телеграм-канале проходит много конкурсов на Годли. Все ссылки оставил в закрепленном комментарии. Думаю, многие заметили, что за довольно короткий промежуток времени я научился очень хорошо играть на компьютере. И я надеюсь, что мои советы вам помогут, и вы не будете совершать тех ошибок, которые я совершал, только начиная играть. Невинный, довольно скучная роль, но не всегда. Что я могу по нему сказать? Всегда держитесь рядом с шерифом, но при этом не мешайте ему играть. Возможно, вам повезет, и в случае его гибели вы сможете подобрать пистолет и убить мардера. Даже будучи невинным, всегда старайтесь держаться подальше от толпы, ведь вы не знаете, кто из них убийца. Конечно, мардера можно определить по некоторым его действиям, например, он постоянно бежит за вами с самого начала раунда. Второй мой совет по невинному: всегда бегайте, прыгайте и не стойте на одном месте, ведь вас с легкостью так смогут убить. Шериф. С ним принцип тот же, как и с невинным. Находитесь подальше от толпы, но при этом держите в своем поле зрения всех людей. Ну а если вы уже обнаружили убийцу, то постарайтесь предугадать его последующие действия и наведите курсор туда, куда, по вашему мнению, последует мардер, и вы с легкостью сможете его пристрелить. Также в случае волкемперства, как у меня сейчас, сделайте вид, что вы бежите туда, где стоит убийца, тем самым вы спровоцируете его выйти из-за стены и в это время быстро пристрелите его. Я думаю, самый банальный совет – не доставайте пистолет в самом начале раунда, как это делает убийца, ведь вы покажете мардеру, что вы шериф, и он попытается убить вас первым, а также за вами будут бегать толпы людей, мешая вам играть за шерифа, и в худшем случае вы проиграете. О, а это было красиво. Окей. А тут у меня залагал интернет, и меня не смогли убить. Я стал невидимым, подобрал пистолет и пристрелил убийцу. Короче, там убили шерифа около телепорта. Оп, видали, как я обхитрил? Это еще один совет. Прятаться где-нибудь за стенкой и поджидать, когда мимо вас пробежит убийца, быстренько выскочить и побежать на то место, где лежит пистолет. Окей. Оп, все, это победа, топ-топ. А сейчас мы проверим мой совет на деле. Прячемся вот за этот кулер, бойлер. Оп, и поджидаем, когда пробежит мимо нас убийца. Все, быстро выскакиваем и бежим на место, где убили нас шерифа. Оп, все, видите? Мой совет работает. Пользуйтесь, мне для вас ничего не жалко. Мардер, самая любимая роль игроков в Murder Mystery 2. Что я могу сказать по ней? Ну, во-первых, используйте на маленьких картах силу скорость, это самая лучшая сила, которая здесь есть. А на больших, таких как отель или же улица, рентген. Фабрика тоже большая карта, скажете вы, но тут уже для кого как. Кто использует скорость, например, я использую скорость на карте фабрика, потому что я знаю местоположение всех нычек и смогу быстро добраться до них. А кто-то использует рентген. Кто-то еще не выучил эту карту, есть такие люди. Вы спросите, почему нельзя использовать силу скорость на таких картах, как отель или же улица. Можно, но я думаю, вы не успеете убить всех за 3 минуты, ведь на таких картах очень много нычек, и есть те нычки, о которых вы даже и не знали. Поэтому на таких картах лучше использовать рентген, ведь вы просто посмотрите, где находится человек, и уже успеете, ну, к нему прибежать и убить, тем самым выиграв. Ну и самые банальные советы: не кемперите, не волкемперите и не джамперите, ведь это вам не сможет помочь одержать победу. Это просто отнимет у вас большую часть времени. Как делаю это я? После того, как я убил шерифа, я иду искать остальных, и если я замечаю, что человек выбегает из своей нычки и направляется к пистолету, я пытаюсь убить его сблизи, если это недалеко от меня, или же метаю нож. Но если вам не удастся убить человека, и он все-таки подберет пистолет, то просто не прыгайте, не спамджамперите. Можете прыгать только тогда, когда посчитаете, что человек сейчас выстрелит в вас, тем самым, ну,
подумайте, что он в вас попадет. Или же просто ходите зигзагами, но я никогда так не делаю, я делаю так иногда. В большинстве случаев я просчитываю, когда произойдет выстрел, и просто подпрыгиваю, тем самым уклоняюсь. И не спам-джамперу одновременно. Окей, ну, по убийце что еще можно сказать? Я не знаю даже... Помнил, если вы хотите выйти из-за угла и вы знаете, что вас там поджидает шериф, то перед тем, как выйти, метните нож, тем самым вы попадете в человека, который ждет вас, и не умрете, и одержите победу. В принципе, тут все просто и легко, справиться с этим каждый. Ну лола, теперь просто каточка за убийцу. Боже, куда ты ускакал? Ох уж эти спам-джамперы. Ой, спид-гличеры. Кстати, по спид-гличерам. Тут принцип тот же, что и с шерифом. Просто наведите курсор туда, куда, по вашему мнению, прыгнет человек. Да. И тем самым вы сможете в него попасть и убить. Кемперы, тиммеры и спамджамперы – самые нелюбимые люди в Murder Mystery 2, а точнее их просто ненавидят. Как их побеждать? Отдельно про кемперов. Если вы видите, что человек охраняет пистолет, кемперит его, просто постарайтесь подойти сзади и забрать пистолет. Не прыгайте туда, куда, где... Нож, господи, я попал в капкан. Выйди. Бежим, бежим. Вот, кстати, вот капканы, вот эти тоже считаются за кемперство, представляете? Так что не используйте эту силу. Ну, хотя используйте, что хотите, но не рекомендуется, если вы не хотите подвергаться, короче, этому буллингу со стороны игроков на сервере. Ну, вы поняли. Окей, я уже знаю, где пистолет, и я уверен, что там стоит капкан, поэтому я постараюсь забрать его и не попасть в него. Нет, лол, я попал. Бам, лежать. Боже, капкановый кемпер. Окей, это было легко на самом деле. Также не спешите забирать пистолет у кемпера. Подождите некоторое время, когда он отвлечется на другого игрока. И тем самым быстренько забрав пистолет, добежав до места, вы сможете забрать пистолет и победить кемпера. Окей, девочка... Очень умная. Кстати, вот она отчасти спам-джамперит. Как побеждать спам-джамперов? Просто, когда видите, что человек спам-джамперит, не шевелите курсором, держите его на одном месте. И тем самым, когда он уже приземлится на землю, быстренько выстрелите, и вы в него попадете. Ну, короче, какая-то тавтология, ну вы поняли, блин. Ну реально, что за безобразие? Я не могу попасть. Вул кемперша. Лежать. Господи, напугало меня. А здесь у нас уже тиммеры. С тиммерами все по-другому. Стараться быстро забрать пистолет. В то время, как убьют шерифа просто в этот же момент. Вот посмотрите, вот его убили. Я быстро забираю пистолет. Бам, туда. Все, это победа. Топ и топ. И не дать второму тиммеру подобрать пистолет. Ну вы поняли, да? Ну тут все так круто. Также вы можете просто где-то прятаться. И... Ой, дверь закрыта. Также вы можете где-то прятаться и ждать тот момент, ожидать, когда они начнут играть в PvP, и Мардер убьет шерифа, ну, девочку, которая подобрала пистолет, тем самым вы заберете и пристрелите его. Ну все, всем бай.